5 будет, оказалось 267 ступенек. Именно столько наши гости сегодня прошли, чтобы достичь той высоты, которую мы достигли. А это наше историческое здание, национальная гордость, тюрьма. Ох, какой стан. Это Гуша и потом. Я Гуша, короче, и хочу немножко вам поделиться теми впечатлениями, которые на третий день пребывания наших гостей из солнечной Грузии, которые в своих эмоциональных высказываниях стесняются немножечко передать ту атмосферу внутреннего состояния, которая переходит на внешнее состояние, и это хорошо сказывается на нашу плодородную землю Чебоксар. Несмотря на то, что было буквально 3 дня назад, дул холодный ветер, падал дождь, то грузинские наши друзья принесли замечательную погоду. Это сухость ее, это солнечное состояние, практически ни одной тучки на небе нет. И поэтому сегодня покупаем мороженое, кушаем, оно закуплено за 50 лари, что, знаете, на наши чувашские деньги потом переводится 2 потома. Ну, как-то вот так. А сейчас мы проходим мимо очень такого исторического замечательного места в Чебоксарах. Это самое популярное место, самое красивое и самое интересное место – это центральная тюрьма. Вот она, как и раньше, в древности, именно, ну, в древности, грубо говоря, в прошлое столетие прошлых веков, она строилась напротив церкви. Это единственный памятник архитектуры, который сохранился сегодня, который действующий, это центральная тюрьма, по всей нашей необъятной родине. Вот посмотрите, это наш дом. Будет, конечно, забор пока здесь. Какие-то люди. Пару буквально слов наши гости хотят сказать. Буквально двух-трех словах на английско-грузинском языке, пожалуйста. По-грузинскому? По-грузинскому, английско-грузинский язык, очень такой интересный. Чен, Юрисалмербит, Чен Смасминзлепс, Юрис Перидонус, Дамис Мегобрепс, Чебоксарши, Итальян, Маопиливард, Ак Шехойдрит, Стумарт Смасминзлоба, Гуачуэнез, Умаглес Донезе, Вапилеп, Танамшумлобас, да, Кутайши, Чамовленис, Мамозапул, Шесамамистат, Чен Гадовилеп, Эртоблилат, Пинсац, Гвиндеров, Юмушаот, Эртат. Не хотим, что... Я переведу. Наши гости говорят, что было замечательно именно по приглашению Эдуарда Кротова
заехать в замечательную республику Чувашию, именно в Чебоксары, где нас хорошо тепло встретили. Непосредственно были на шоколадно-бумажном комбинате, где видели очень много хлопка, привезенного из Узбекистана непосредственно нашими партнерами, которые сегодня буквально где-то смогли выделить, и мы никого не видим. Вкусно, да? Вкусно, да? Конечно, вкусно. Еще раз приветствую, ребята, друзья мои. Я благодарю вам за гостеприимство, за любовь, за дружбу. Мы сейчас в национальном чувашском кухне. Здесь очень приятно, уютно. Я сейчас пью ваш чувашский чача. Самого. И желаю вам счастья, здоровья, всего хорошего, наилучшего, чтобы дружили, сделали вместо хороших фильмов и просто дружили по-человечески. Честно. Дай Бог нам здоровья, счастья. Все я хорошего. Благодарю. Все хорошего. Чтоб мир был. Аминь. Во всем мире. И во всем мире. Да. Дай Бог. Дай Бог. Сейчас благодарю. Дай Бог здоровья всем. Еще раз огромное спасибо за все. Мы любим вас. Мы любим вас. Цискар, спасибо большое за добрые слова. Я слышал. Гуи Вархар. Гуи Вархар. Дичай Бог. Квени Чиривет. Квени Я. Да, да, да. Квени Чиривет. Квени Я. Шейгар Гос. Вази. Нажури. Вази. Обидар. Вази. Я не знаю, что это такое. 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 Я не знаю,